Здорово, ребят! Здорово! Меня зовут Гурбан Кемал. Меня Низам Бабаев. Сегодня мы с Низам Бабаевым будем играть в Ice Cream 4. Да, это очень интересная игра. Играем? Да. Играем. Играем в режим призрак. Да, потому что, чтобы вам тоже было понятно, как проходить игру. Да. Конечно, Кемал Гурбан больше... Знаю, я знал больше об этой игре, я смотрел прохождение, и поэтому я знаю, что делать, и сейчас Низам Бабаеву буду потихоньку, так сказать, помогать. Это мы пропустим. Так, я жду Низам Бабаева, чтобы у него экран открылся. И вам нужно выбраться из клетки и спасти друзей. Ну, точнее. Сперва мы нажимаем на лавочку, там падает ключик, его берем, это уже знаю. Ну, я ему уже объяснял до ролика. Да. Только, и выходим. Только этот момент я ему объяснял. Погоди меня. Привет, как зовут? Вот робот. А дальше в него кинем. Я уже сделал. Он 30 секунд не может теперь этот ничего делать. Через я на него встал. Он какая-то. Так, нам нужно сюда перебраться. Да-да-да, я уже тебя жду. Я на этом месте. Мы играем не онлайн, вообще онлайн в этой игре недоступен. Да. Вообще такого нету. И сейчас у нас открывает пацан. Дверь, и там... У нас... Центр... Центр управления. Привет. Это Борис. Это охранник, который не даст нам пройти в данный кабинет. И... А как нам это сделать? Смотри, здесь есть треснувшая крышка. Да. Крыша. Мы нажимаем на «Заполни сейчас». У тебя есть такое? Алло! Да, нажми. Да, теперь... Нет, для кого-то время. Так, и заново нажми. Сейчас, после рекламы. Так, и... Все, теперь... А второй раз надо сделать? Да, Низам Бабаев сейчас подождет рекламу. Continue. Нет, там можно... А, continue. Подожди полностью рекламу. Пока что давайте походим, поизучаем локацию. Здесь у нас, значит, когда мы заходим в кабинет, здесь у нас есть такой вот офис, где нам нужно будет кое-что найти. И сейчас у меня открылся экран с мороженым. Все, открылось. Да, подожди меня, да, я тоже себя кину. Давай, иди. Он Пазл так был. На меня смотрит. Давай. Раз, два, три. А, я упал. Мы здесь должны стоять или спускаться? Не, мы должны спускаться. Да. Так, у нас здесь есть вентиляция. Где? Смотри. А, вот она. Да, вот она. Ты оттуда пролазишь. Так, здесь. Упала. Куда надо? Вот это первое? Да. Здесь у нас, значит, есть сертификат. Здесь вы можете прочитать. Самый большой съедобный шарик данного мороженого диаметром 3,2 метра был создан Джозефом Салливаном на его фабрике мороженого в Metal Force, штат Вашингтон, 5 марта 1955 года. Ничего себе. Подожди. Смотри. У меня рекламка идет. Так, смотри, видишь книгу рекордов Гиннесса? Да. Как бы тебе надо... Вот под ней есть вот такая вот вентиляция. Тебе нужно через нее пробраться вот так вот. Как бы. Покажи заново. Как бы ты должен нажать на кнопку человечка и потом пролезть. Ты можешь здесь что-то изучить, но нам надо подожди. Найти кое-кого. Так, короче, тебе надо... Он убирается. Тебе нужно пойти в хранилище. Где-то. Ты идешь, да, иди прямо, повернись, да. И потом направо, да. И там есть дверь. Нет, другая. А, вот это? Да. Заходим в хранилище. Здесь у нас где-то должно быть такая... Почему здесь этот? Что? Вот этот. Мороженщик? Да. Смотри, ты видишь мороженщика где? Вот здесь, да? Почему он здесь стоит? Это фигурка просто. А смотри, да. Ты идешь вот так вот, залезаешь, видишь мороженщика здесь? Да. Вот от мороженщика сюда идешь, потом берешь и делаешь вот так. Где мороженщик? Мороженщик. Вот. Вот, да. Делаю так. А, вот. Да, сюда. И потом
залезаешь туда, а потом превращаешь себя в маленького, маленького роста и открываешь вентиляцию. А там у нас мороженщик, который... Какой проворный мальчуган. Вряд ли он уйдет далеко. Я пропустил этот момент. Нам нужно ровно прямо пойти. Ровно. Только прямо. Да, потому что там есть, так сказать, вентиляторы. Так, привинчена к стене. Так, шуруп. Почему у меня... Надо ее чем-то отвинтить. Почему этот экран всегда показывает? Мне тоже раздражает. А потом после этого реклама. Так, да, у меня тоже так бывает. Ну, короче, забей на это всегда бывает. Это мороженщик достал уже. Вечно его покажешь. Шурупы. Ну вот почему именно реклама? Ну, потому что они хотят, чтобы мы платили за рекламу. Все. Так, у нас шурупы здесь отвентировались. А тут сам мороженщик. О-о-о. Но мороженщик нас не заметит. Знаешь? А, да, он же нас не заметит. Подожди, ты что без меня? Я жду, я здесь просто верчусь. Других. Наконец-то, что делаем? Идем на лестницу. Привет. Как у тебя дела? О-о-о, какое огромное. Ему вообще пофиг, на тебя. Ладно, что делаем? Идем сюда. Куда? По лестнице? Да, по лестнице. Там... Ой, да он меня не пустит. А вот мороженщик. Я его вижу. Здорово. Вот за ним идет. Куда, вот сюда, вперед? Да. Нам нужно здесь найти шуруп, чтобы отвинтовать вот эту вот дверь. Видишь? Где эта дверь? Где эта дверь? Куда мы идем? Сюда? Нет. Влево? Да. А ты мороженое нашел. Где? Сделай. Это мороженое нам пригодится. Я знаю, где. Помнишь, дыра была, я там. Нам нужно это мороженое для того, чтобы там в дырке есть такое... А у меня нету. А, я же играл до этого уже эту игру. Поэтому... А, знаю. Подожди, куда ты идешь? А, вот сюда же? Нет, туда не надо заходить. Нам мне нужно такую комнату, что где есть шурупы. А, шурупы? Точнее, не шурупы, а та штука... Да, трофей мороженого. Где? А, что нам надо? Ты что-то взял там на столе? Там есть такой трофей в форме мороженого, но я не знаю, как его использовать, да? Так что выбрось его нафиг. Подойди к этой двери. Нажми на каждую гвоздь. Все, я открыл дверь. Подожди. А здесь нам надо взять лестницу. Подожди, куда ты бежишь? Я... У меня еще один. Я вспомнил, я просто не особо помнил, да, что здесь находится. Но я вспомнил, что здесь... Офигеть. Здесь можно прятаться в этом шкафу. От мороженщика, например. Но это нам пока не нужно. Так, ребят, что-то тут какая-то не состыковка вышла. Все, получилось. Да? Да. Ребят, я думал, что я просто уже играл эту игру, и за это мороженое пропало. Оказывается, он просто свое место поменял. Офигеть. А я просто на пол бросил мороженое. Ну, с мороженым, я думаю, так не надо обращаться. Да? Ты понимаешь, что Джон Сина тоже любит мороженое? Раз, два, три. О, ты в дырке. Все, мы в дырке. Теперь нам надо спрыгнуть. Да, лестница куда? Нам пока не нужна. Пока что идем вот такой вот дорогой. Куда я пошел? Вот так вот. Понял меня? Куда? Нет. Смотри, видишь вот здесь вот, откуда ты прям из этой дыры выбрался, да? Да. Идешь, смотри куда. Сначала идешь сюда, потом сюда. Так, потом сюда. Да. А потом... Да. А нет, сюда не нужно. Вот я пришел сюда. Вот, так, давай, здесь. Да, будем обыскивать все. А, в хранилище? Да. Влево? Туда, куда мы уже пошли. Влево, да?
Подожди, кто тут бежит? Ну, ты, пап, ну ты знаешь эту дорогу, мы уже с собой делали. Посмотри. Подожди, ты еще. Ты не заходи в дырку у меня, подожди. Это что за дверь? Я уже думаю, что уже все, я. Это путь к победе. Понятно. Здесь я уже был. Так, это закрыто. Как пройти? Ты что? Я в какой-то кабинке от туалета. Подожди. Это где? Где дверь? В смысле? Я где? Обалдеть, я попал туда. Нам нужно это забрать. Реально, я говорю. Это вопрос, где ты? Так. Вот через вентиляцию зашел, да? Да-да-да. Так, здесь есть дверь. Нам нужно взять пистолет. Мы же здесь были. Автомат, пистолет. Мы же здесь были. Где? Вот здесь. Не знаю. Подожди, у меня вопрос. Так. Где я, ты? Я открыл трубу. Ты подожди, где ты? Ребят, я думаю, что мы уже на этом можем закончить, потому что продолжение, может быть, мы когда-нибудь снимем, но пока что я считаю, что что игру надо все-таки осилить, надо думать над этой игрой, потому что здесь довольно много всего интересного. Из этого можно неплохую такую историю собрать. Если вы знаете, как проходить данную игру, то напишите. Потому что я круги делаю и не понимаю. Так что продолжение мы обязательно снимем. Мы застряли на этом моменте. Так что думаю, на этом все. Вау, ребят. Да. Ладно, на этом все. Увидимся с вами еще раз. Всем пока.